На днях начинается пятый этап Кубка мира по биатлону. Хочется перед этим подвести итог минувшего года рейтингом самых быстрых биатлонисток по прошествию первых четырех этапов. Самой быстрой биатлонисткой стала ожидаемо Эльвира Эбург. Ее ход на лыжне на 6,3% выше среднего показателя скорости по дистанции. Вторая позиция в общем зачете. На втором месте находится Жустин Бреза-Буше, совсем немного уступая показателю младшей Эберг, 5,9% выше среднего. Восьмая позиция в общем зачете. Третья – Ханна Эберг. Ее показатель скорости на 5,1% превышает средний показатель. Шестое место в общем зачете. Четвертой по скорости стала немка Денис Херман. Ее показатель 4,4%. Двенадцатое место в общем зачете. Совсем немного отстает от Херман Тириль Экхоф, пятое место. Показатель норвежки 4,3%, 27-я позиция в общем зачете. Франциска Прой занимает шестое место. Имея такой же процент, как у Экхоф, немка все же уступает немного по секундам. 19-я позиция в общем зачете. Лидер общего зачета на данный момент Марте Олсбю-Ройзеланд, 7-я по скорости с показателем 4,2%. Анна Соло на 8-м месте, самую малость уступает норвежке, 4,2% выше средней скорости, 5-е место в тотале. На 9-м месте с показателем скорости выше 4% находится Анаис Бескон, 7-я позиция в общем зачете. И замыкает десятку бывшая лыжница Стина Нильсон. Показатель скорости 4,0% плюс. 30-я позиция в тотале.